Всем здравствуйте! Сегодня я продолжаю свои видео-выпуски о живописях по номерам с акриловыми красками. Сейчас у меня дельфины, новый, совершенно новый набор, я его достала вот сейчас, еще не начала рисовать. Вот. Вот такая вот красивая картинка, мне она очень понравилась, красочная, можно повесить и в ванную комнату, можно повесить и в детскую комнату, здоровская. С этим же набором я себе прикупила вот такой набор красок, тоже от этой фирмы Sonnet, вот, а здесь 8 оттенков, вот, сейчас, если получится мне открыть, я это сделаю. Вот такие тюбики. Проверено ОТК. Здесь получается у нас какие оттенки? У нас получается белый, желтый, охра, светлая, также карминовая. То есть не просто красная, а уже оттенок зеленая, темная, синяя, светлая, амбра. Жженая амбра и просто черный блэк. Да, вот такие я купила себе, значит, вот такую штучку, вот, и две кисточки. Мне нужны были тоненькие кисточки, потому что уж которые в наборе идут, они совсем, ну, такие, да, прям одна такая более-менее мягенькая, вот, а другая потолще. Она не потолще, она как бы, она пожестче, вот, жесткая довольно-таки, которая мне и нужна была, чтобы прям сильно не прогибалась, потому что все-таки в этих раскрасках, да, мы рисуем кончиком. Здесь очень много маленьких, таких маленьких, вот даже вот это, вот посмотрите, даже вот это уже будет, мне она как бы для меня это слишком... толстовато, мне нужно еще тоньше кисточки. Значит, в наборе у нас идет 10 красок в бочонках. В прошлый раз я рисовала, у меня быстро закончилась синяя, совсем там капелюшечка осталась. А здесь тоже много голубых оттенков, возможно, придется опять смешивать. Идет образец а-ля черновик. Вот, и мы с вами видим, насколько здесь очень много мелких деталей. Кстати, он был помятый. Но это ладно, что он помятый. Вот. Вот такие мелкие детальки тут и есть. И сама картонка. Картонка, которая... Сейчас вы ее видите, да? Это для тех, кто не рисует, а просто просматривает или еще думает. Будет ли рисовать, как я тоже, прежде чем купить, я искала на YouTube видео, но видео таких я нашла мало, очень мало. Но мне-то хотелось много-много разных картинок увидеть, результат, что, как. Вот. На самом рисунке вот этого нет. То есть, получается, здесь, видите, его нет. Заканчиваются горы и небо. А у нас горы идут вот, вот оно небо. То есть, вот этого нет, это уже... То есть нам негде это посмотреть, какой, по сути, должен быть оттенок, да, негде увидеть, но это ничего страшного. Я просто показываю, что, как правило, здесь бывает еще вот так, настолько рисунок удлиняется на самом картоне. Вот. Уже не тоже попадались мне, когда с изгибом, где-то тут тоже была, вот, мятая чуток, вот здесь чуток-то тоже, но благо, что если в рамку ее вставлять, то это будет потом как-то не так заметно. Ну что, давайте начнем рисовать. Кисточка, значит, вот такая вот. Здесь у нас получается написано, что фирма Профи, щетина номер 2. Это у нас щетина. А это у нас тоже фирма Профи. Это у нас нейлон номер тоже 2. Не фокусируется, но вот примерно вы видите, что нейлон.
Наконец-то я дорисовала картину. В общем, конечный результат со вспышкой вот такой у нас получился. Ой-ой-ой, извиняюсь, что у меня кот толкает. Это со вспышкой. Без вспышки сейчас я сниму тоже. И вот так вот. Нам очень понравилось, мне понравилось, мужу понравилось. Красивая картина. Есть такое несоответствие с оригиналом, но оно всегда так. Сколько я знаю. Пока-пока.